Хей, йога, если мышмаки, мы продолжаем пройти игру под названием World Dig 2. Окей, давайте отправляться. В прошлой серии мы попали в какую-то, вот, вы видите слева, травяную локацию. И, походу, мы попали в первый археем. Мы попали в археем. Не знаю, что это за место, но посмотрим, поглядим. Блин, знаете, что бы я сейчас сделал? Я бы сделал вот что. Подожди, а там вода есть? Блин, тут воды нету. А для моей задумки, ну... Ах ты ж, ё-моё. А мне уже нужен новый левел-ап. Потому что у меня проблема. Потому что у меня начинаются проблемы. Проблемы то, что я блоки не могу ломать. Сейчас немного наверх вернемся, ну, я имею в виду наверх, данный локейшн, потому что там у нас сверху, если вы не забыли, есть то, что мне нужно. Блин, как мне так... Хотя я могу тебя водой взорвать. И как раз посмотрим насчет взрыва. Ой. Да. Дают пол воды. Дают немножко воды. А вон и вода моя. Ну, что мы можем сделать, в принципе? Сейчас убью этих. О, найс. Новый уровень плюс бонус. А, давайте до конца это добьем шахту. Телобитная шахта. Так, хорошо, жучок открывает нам проход. Ай. Проходим. Так ведь, да, нужно. Ну, понятно, что мне нужно его загреть, чтобы он сюда на меня напал. Нажал кнопку, и я пройду. Изи. Интересно, они ж, по идее, бесконечно спавнятся, могу ли их? А-а-а, нет, продумано, видите? Так, энергия. Свет лампы мне нужен. Свет лампы мне нужен. Бац-бац-бац. Бац-бац. Бац-бац. Бац. Там немножко только минус блок, кажется, да, мой? Сука. Что мне делать? Ладно. Окей, мне нужно сейчас очень быстро прокачать кирку, желательно. Мне нужно прокачать кирку. Потому что у меня уже проблемы начинаются. Полетели в город, быстро зайдем. Я продам вещи. Мне нужно было не покупать, значит, улучшение этого. И как раз посмотрим, сколько будет стоить следующая кирка. А, в смысле, как дела? У меня есть новые детали. А с ними можно хорошо обновить и улучшить все инструменты, то есть... еще лучше их сделать. Круто, да? Да, ты что хотела? Так, что ты, о чем ты так хочешь мне сказать? Подожди. Даже ничего тут больше такого нету. Здесь что-то... Нету тоже. Так, ладно. Пневма, пневма, пневма. 200 их стоит кирка. Давайте собирать на кирку.
Выбираем, значит, на кирку мы. Там где-то проход, куда я должен пройти, походу. Вот пойди это сделаем. Я понял, что мне туда нужно. Давайте я туда тогда и прокопаю. Ладно, еще сюда вкопаю заранее. О, вода. И побежали. Камнеломная станция. Вниз. Так, вода. Мы знаем, что это легко очень делается. Ну, я за убийство имею в виду. Еще камень не пал. Тихо. Так, эта кнопка не постоянно, значит, мне нужно сломать блок. Блок мы ломаем с помощью взрыва. Плюс ящик воды дают. Здесь сама вода есть. Так, здесь нету секретного прохода. Тут нет. О, фонарь. И туда как-то попасть можно. Так, вниз. Еще вода. И головоломки. И головоломки. Для чего эти кнопки? Ладно, лезем выше, может там будет объяснение всему этому. А, да, есть. Всему этому есть объяснение. Бац. Ясно. Нам нужно нажать, короче, кнопку, чтобы камень упал самый вниз на эту кнопку. То есть на вот эту. По идее, должны дать новое оружие. Отбойный молоток. Нам дан. Удержите, чтобы использовать отбойный молоток. Нет, херня. Честно говоря, херня. Как мне вот это сломать? Стоять. Я сейчас это попробую сделать. Я понял, как туда попасть. Оп. Опа, оп. Ладно, типа ускоряет все это действие. Ну, в принципе, прикольная вещь. Сейчас мы с вами отхилимся. Я полезу сюда наверх. И будем искать секретки. Сразу наверх залазим самый. Смотрим, что там нету. Просто падаем. Возвращаемся. Или больше тут ничего нету. Ладно, тогда возвращаемся. Ну то, что у нас есть обойный молоток. Блин, ну по сути это ускоряет ломание всего. Так, здесь ничего. Там тоже ничего. Потому что везде могут быть секретки, то, что мне нужно, поэтому кто его знает. Походу зачистили. Да? Нет, видите, вот о чем я и говорю. То есть показано, что да, но на самом деле нет. Эти по кому верить? А мы с вами будем все бонусы эти находить, пытаться, по крайней мере. Так, все здесь раздробили. Блин, а где может быть секретка? Подождите. Он внизу, что ли? А, нет, подождите, это не то.
Здесь не показано, что секреты есть какие-то. Блин, вот они меня просто заставляют сейчас сам назад идти и все. Они в какую? У меня при этом еще и фонарь заканчивается. Не знаю, не знаю. Хорошо это или плохо. Хорошо это или плохо, но я не вижу то, что мне нужно сломать. Может из-за того, что у меня уже он уже гаснет сильно. Ой. Нет, этот, походу, вообще не ломается. Да, хотя бы вода бесконечная. Блин, а где ж тогда? Я тогда не знаю, куда идти. А, вот он стоит. Есть камень. Есть камень. Фотография бывшего любовника. Сейчас вернемся, я прочту. Так, где обратный телепорт? Мне нужен телепорт на поверхность. Мне нужен... Пойдем на поверхность. Ну-ка, детка, видела бомжей. Давненько они к нам не навали... Так, я заметил, что из-под таблетка... Так, моего родного города они тоже пропали. То есть это массовое явление, я их не встречал уже с пару месяцев, как минимум. Они начали пропадать с тех пор, как Расти уничтожил Векторна. А про это мало знаю, но уже с бомжами то знакомым. Они вечно пробирались сквозь стену и путались у шахтах под ногами. Может их тоже выгнали из земли, так, трясение, сбежали как крысы с тонувшего корабля. Я добралась до стены и нашла камнеломную станцию. А вот следов Расти пока не вижу. Эй, да какой, разумеется, обод закопать как глубоко. Ты же не хочешь залезть к бомжам, правда же? Этот отбойный молоток вмит расколет кирпичную стену и может тебе спустить туда. Поможет. Только следи, чтобы вода не кончилась. Он ее расходует как боцман. Как боцман в пустыне. Эй, ты только бомжей сюда не приводи. Это мне точно не надо. Ух ты ж, ё-моё, это... Ой, ну я вижу же кислотные земли там. Давай, давай, давай. Не знаю, слышала ли ты или нет, но профессор Шато совсем рёхнулась. Спятила, когда ее дом перевернуло так первым землетрясением, ясно? Теперь она строит ракету и готова спуститься на эту всю свою наследие. Слышала, она даже в общество ракетчиков вступила. А они эти штуки по всему миру строят. А, приятно тебе снова видеть. Тут знакомство заводит, ох, как непросто. Не то что дома, как тебе соберут, сразу все знают. Этот город живет в своем ритме, все слишком заняты, чтобы просто поболтать, даже на вежливость времени не хватает. Не, дело просто в тебе. Фен, прекрати так, повежливее. Эх, я никогда... Так, иногда думаешь, а они вообще замечают, когда кого-то кто-то пропал? Ла-ла-ла. Я ж там понимаю, тут народу вечно теряется. У нас то дома хоть... Так... Дружить имеет и совсем не бросают. Ладно. На тебе еще нету вещей. О, это ты добралась до каменной станции. Этот молоток продырявляет даже самые твердые кирпичи. Ты сможешь обследовать обратную сторону стены просто на разбом. А еще тут можно улучшить расходное топливо, и вот это все. Модификация пневмоцилиндра дает повышенную скорость работы. То есть у него большой потенциал, вот. Так, вы намекаете, чтобы я пришел еще к этой? Нету, ни хера. К нему я тоже не хочу. А у меня сейчас моментик такой. А, это левая и правая сторона. Отбойный молоток, если он... А что у нас справа было, подождите?
Там что-то было у нас, я не помню уже. Да, у нас там было стоять. Нужно вернуться. А нужно вернуться для чего? Чтобы залезть в этот... Где мы падали тогда с вами? Где мы тогда с вами падали? О, с ним можно снова поговорить. Так, лифт все еще сломан? Разумеется, нет. А здесь нет ни места для такой леди, как я. Но тут хотят быть тихо. Это невыносимо, профессорша по соседству постоянно шумит со своими ракетами. Может, ты их с обрыва скинешь? Фу, а леди не лазит. Да, блядь, что ты... На меня что-то нападает на спину. Так, поехали. Так, это битва с боссом была. Нам нужно дальше назад бежать. Так, хорошо. Я только не помню, насколько нам назад нужно бежать. Так, вот это место. Ага, мы вернулись обратно. Хорошо. Так, если не ошибаюсь, здесь мы упали. Окей. Предлагайте мне ниже падать. Наверху ничего нету. Ай. Давайте. На воду наберу. И побежим дальше. Так, здесь у нас ничего, ничего, ничего. Опа! Как я тебя сразу не заметил? Шестерня. Так, здесь у нас было машина улучшения. Блин, ля-ля-ля. С этой стороны ничего, с этой стороны ничего. Блять, у меня что, окно открыто? Вот это что у нас за место? Так, походу ничего никакое. Так, перепрыгиваем. Бежим, 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 бежим. А наверх здесь. Где свет горит, нет? Ничего нет. Так, здесь еще было. Опа! Опа, что я нашел? Открыта транспортная, так, шахта нижнего храма. Изи. Теперь у нас и здесь быстрое перемещение есть. Да, здесь вот эти плитки. Ха-ха-ха. А видите, все оказывается так взаимосвязано с собой. Так, а теперь что мы делаем? Мы идем сюда. И мы бежим в правую сторону. Мы бежим чисто в правую сторону, потому что мы тогда туда не добежали. По идее, я их уже ломать могу, потому что у меня есть специальный инструмент, отбойный молоток. А что у нас еще было тогда? А, ракетное устройство, с помощью которого я могу быстро проходить, да? И все. Или еще что-то было. Не помню. Блин, по 30-ке это мало. Нужно начать фармить на других каких-то врагах, которые помощнее будут. Так, это быстрее переход туда, куда мне не нужно. Да, это оно. Это то, что мне поможет в дальнейшем. Пробежим, пробежим. Так, сейчас. Ой. Бля, меня все равно мошки кушают. Или у меня рель, блядь, окно открыто, сука. Нужно будет потом посмотреть. А, беги. Беги, не подавайся. Беги.
Да, можно залезть куда-то. А, так я это и так мог сломать. Ай. А, видите, я все, дальше не пробегу, потому что там этот слишком сильный он. Он слишком сильный, мне нужно типа двойного прыжка. Но мы собрали довольно много шестеренок с вами, поэтому нормально. Сойдет. Так, я могу быстро через это? Да, я могу. Мы сейчас просто через это место с вами поднимемся в город. Я отхилюсь, во-первых. Поставлю еще шестеренки. Давай сразу просто улучшение О, стоять. Нет, я все-таки решил не стоять. А что у нас еще здесь есть? Кулак. Ух ты ж. Кузнечный молот. Ступенчатый так отбойный молоток увеличит. Так, отличный инструмент для раскопки и разрушения твердых пород. А вот против врагов бесполезен. Расходую так воду, держитесь, чтобы повысить. Так, подлам. Ага, каждый сам кузнец своего счастья. Синтетическая смазка. Ускоряя запуск отбойного молотка. Можно открыть. Так, за два. Пойдет как по маслу. Ну, давайте. У нас все равно их много. Ага. Что поставить, не знаю. Не хочу. Не хочу, не хочу. Ладно, поехали. Поехали. Мне нужно ниже. Хотя... А, стойте, давайте я буду вспоминать. Кажется, здесь. А блоки эти были, которые... Да, вот они. Да, вот они. Для того, чтобы забрать шестерни. Так, хорошо. Хотя я могу быстренько просто вот так пролезть. А что мне там не помешать сделать? Или кто? Ай. Плохо. Ладно. Бац, 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 бац. Специальная реакция. Чувствую сознание. Да, секретка. Сейчас мы камешки пособираем, с вами пойдем. Ух ты. Окей. Мы возвращаемся, я улучшаю сразу кирку. Так, с этой стороны точно ничего нету. Давайте я его крохну. Да, видите, нельзя очень быстро просто переместиться назад. Хотя, может, там клавиши нужно было посмотреть, черт. Черт, 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 ладно. Изи. А где должно хватить? Да, хватило. Повезло. Улучшить кирка. Так, кирка и сплава. Углеродистая сталь обеспечивает идеальный баланс. Ой, кажется, следующий это там урон по врагам. В поисках наживы. За каждого убитого киркой врага вы получаете деньги. Вау. А, так, одних охотятся ради наживы, а другие ради самой охоты. Ну давайте, почему нет? Доп урон всегда нужен. Но вы видите, мы довольно хорошо прокачиваемся с вами. Так, это мы с вами прошли на вторую стадию, да? А в той стороне, давайте, если я в ту пойду. Бац, 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 бац. Так. Здесь... Ой, тихо. Эх, стоит ли?
Да, пф, го. Как они все ломают. Ух ты, как я могу. Зараза. Пел. Блин, теперь мне придется постоянно кнопки менять. Важно. Взрывчатка поможет, интересно, а ну-ка. Нет, нихера. Это плохо. Это очень плохо. Готово. Бац, 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 бац. Так, возвращаемся наверх. Пополняем водичку. Готово. Блин. Мне бы так молотком отбить это дело. Мне бы подняться немного наверх. Ух ты, ё-моё, они видят? Ха-ха, то есть ты ваншотишь своих друзей, я понял. Молодца. Вайноу. А мы сейчас просто обойдем и начнем делать это с другой стороны. Так, хорошо. Амай. Эй. Так, время возвращаться, потому что мне сейчас будет все переполнено. Хотя, ладно, бью этих. А, вот теперь вернусь. Блин, просто, понимаете, на жуках фармимся. Наверх. Мне нужно левелапать, чтобы мне еще плюсы это давали. Мани. Больше мани. Больше денег, больше мани. Так, 228. Я опасный. Так, 228. Что же выгоднее? Что же выгоднее в этом деле? Серьезно, я хп купил. Ё-моё. Класс. Легендарные доспехи. Наша новая знаменитость. Клапаны. Аквариус. Истина в воде. Ладно, что у нас тут есть? Сапоги Видера. Ненадолго дают иммунитет к кислоте и лаве. Ух ты. Этим сапогам не страшны ни кислота, ни лава. Не знаю. А... Водокачка. Быстрее поглощает воду из водоемов. Окей. Войну. Дал мне войну. Я просто понимаю то, что я тупанул очень сильно и купил вместо рюкзака и либо фонаря то, что мне в принципе не нужно. Ладно. Нормально сойдет. Сойдет, нормально. Нормально, нормально. Так, критический урон я сделал врагу. Бац. Василиск. Так, 3 заряда, ладно. 3 заряда это неплохо. Больше воды. И намного быстрее поглощает. Как и было написано.
Так, я хочу к тому таракану. Хочу к этому таракану. Хочу наверх. Секретик. Люблю секретики. Можно сразу к тому прокопать, хотя сейчас сделаем вот так. Готово. Так, вот водой я пополнился. Уау! То есть он его просто откопал. Грот трещин. Ма. Так, ладно, это место. Это просто. Так, вижу наверху. Ништяк. Бежим. О, вижу еще что-то. Нужно подобрать. Летящая слизь. Ладно, я не успел. Я сдох. Так, что у нас? Иероним в часе видит. Так. Та-та-та, это было, голубец, это было. Точно, у нас же две. Фотография бывшего любовника. Прыгать и танцевать непросто, если потерял свою любовь. Пингвины любят раз и навсегда. Светящаяся слизь выглядит настолько слизкой и странной, что совать ее в рот явно не стоит. А не ешь, непонятно чем станешь. Так, а теперь мы с вами... Рак. Рак. Посмотрим. Сейчас все это дело посмотрим. Эту секретку устроим. Так, ну здесь просто мне бежать, в принципе, нужно. Так, так. О! Блин, а там, получается, еще выше куда-то можно было залезть. Что-то мне не пошло, не поехало. А если я просто пораньше спрыгну? Ну, как мы на слизь, типа, да, прыгали. И типа с той стороны это все дело делать. Типа с обратной, да. Ну вот, видите, тут еще есть проход куда-то наверх. Я вот туда и хочу попасть. Ну блин, это самое обычное, это понятно. Но это ж не все, тут еще что-то должно быть. Вот, видите, еще что-то. А я хочу это что-то. Что-то это я хочу получить. Давайте помучаемся и попытаемся попасть. И попытаемся попасть. Или... Блин, я не знаю. Вот, видите? И туда как-то можно попасть. Блин. Походу, это релиз с той стороны нужно делать. Обратный. Только на каком моменте? Бесит медленно.
А нет. О, получилось. Нифига себе. Ребят, у меня получилось. То есть, нужно было немного отстать от всего этого действия. И готово. И я получил еще одну шестерню. Тогда возвращаемся. Теперь оно... да. Зачищено. Оно зачищено. Так, водичка. Ну, в принципе, можно закончить. В принципе, можно и закончить, я думаю. Падение вниз. Давайте воды наберу. Готово. То есть они атакуют, понимаете, ну не так часто. Да, погнали вниз. Как раз там внизу, походу, что-то есть. Только с этой стороны нужно делать это. Ай-яй-яй. Ой. Ой, тихо. Тихо, мой сладенький. Так, ну, показано вниз. Не знаю, насколько это будет эффективно. Так, новая руда поехала. О, новые враги. Вау. Да, новые враги. Чувствуется мне, что я попал. Блин, давайте дальше пройдем. Войнал, войнал. Не знаю. Что такое? Эй, у тебя мешок уже полный, чудилка. А то чудилка. Войти в дверь. Оазис. Говорить. Привет, что здесь делает эта машина-мутант? Фен, это бомж. Не шуми, пусть он спит. А? Эй! Ты куда прёшь? Фу. Бреси. Так, прибей эту штуку. Класс, опять землетрясение. Ни хрена себе. Подкрепление. Грохни обоих, а то они больше... Так, их ты... А то их больше станет. Опять землетрясение и новый злобный бот. Будет начеку шон. Ты говоришь, ты умеешь? А чего бы мне не говорить? Эй, робот. А ты раньше пыталась с кем-нибудь из нас поговорить? Ты прав, ты права. Прости, я всегда не... Так. Не драться пришла, я ищу пропавшего друга. Это такая коричневая черепашка, похожая на консервную банку. Да, вы его видели? Что с ним случилось? Где он? Может, это глупо пускать сюда робота, но... Ты вряд ли прав... Так. Но ты вправду говоришь правду. Я Рози, заходи, поговорим внутри, расскажу, что знаю. Никогда раньше не видела говорящих бомжей, обычно они только бушуют и дерутся. Ого, а тут разговоры, скука. Надо поговорить с этой Рози, может она знает, где Расти? Ух ты, у нас здесь, ребята, с вами город. Поэтому давайте, наверное... Ладно, поговорим с ней. Или нет, давайте я отправлюсь к бомжам потом. Сначала в Эль вернемся. Ой, тут со всеми тоже диалоги появились. Давайте, короче, на этом, думаю, закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.